Ребята, всем здравствуйте, на связи я Виноград, и у нас тут трансформеры «Битва за Кибертон». Привет, ребята. Вот это поворот! Да-да-да, все. Угу. Лишь мир. Смотрите, ребята. Смотрите, просто война, все разрушено, капец. Автобот лежит рядом Десептикон. Вообще... Капец, битва, смотри, во все буды, все взрывается. Ребята, ну за такое начало уже лайк можно поставить. Обязательно. Да-да-да-да. Капец, взрывы, Бамблби, давай держись. О, это Мегатрон летает? Подожди. Или это Старскрим? Старскрим, скорее всего. Скорее всего, да. Так, тут вот всякие... О, Оптимус ездит. Так, оба-на такой, тык-дык-дык. Оба-на, бомбочки, а, ой. Одна взорвалась. Погеройствовал, называется, геройчик. Да. Тематично, слушай. О, а это Мегатрон. Будыщ, просто смотри. Раскидывай всех на части, надо бы. Да, смотри, напополам, вообще хорош. Какой мощный, да, он? Ну, слушай, ну я этот... Бамблби? Мегатрон тоже довольно силен. Конечно. Так, у нас там взрывы. Смотри! Это у Десептиконов такой монстр есть. А это у Автоботов, смотри! Гигант такой! О, такого я не видел ни разу. Это у них там война такая идет, что вообще... Это у них главарь какой-то. Да, ребята, напоминаю, игра старенькая, поэтому, как видите, графика подвисает, что-то где-то так. Ну, слушайте. Что есть, то есть. Вообще, это эксклюзивный контент, потому что где еще сейчас на Ютубе увидишь прохождение этой игры? А я знаю, где это, только можно увидеть. Где? В Андромайне. Вот. Именно, все, нигде больше. Сколько, эта игра, по-моему, в 2007 что ли вышла, в каком-то таком году, ну примерно, я точно не помню. Это всего лишь начало 21 века. Невозможно получить список игроков, серверы игры временно недоступны. Сейчас нам все не важно, нам нужно немного пользовательская игра. Кстати, отбивайтесь от фунтов, атакующих вместе с друзьями. Компания, нажми приобретите. Компания. Тогда. Да. Ага. Принять. Смотри, яркость нужно настроить. Ну, разрешаю. Много не делай, вот. Давай вот тут вот. Да. Вот так вот. Принять. Дальше. Компания, совместная компания. Вместе с друзьями нет. У нас никого друзей пока что тут нет в этой игре. А, уровень сложности. Бери норма. Ну ладно. В настоящее время рекомендуем просмотреть. Ага, меню паузы. Зайдите в меню паузы. Что у нас там такое происходит? Так. Смотри, получается, нам сейчас дают только за Десептикон. А, не-не-не-не, подожди. Мы можем стоить либо за трансформеров, ну, точнее, за нормальных, за добрых и за злых. Нужно выбрать. Ну, слушайте, вообще, во-первых, у Десептиконов очень много фиолетовых цветов. Мой любимый цвет. Твой любимый цвет. Это раз. А во-вторых, просто они мне нравятся, поэтому будем играть за Десептиконов. А что не начинается? Так ты нажми. А, вот, все, нажимаем. И броул какой-то. Оружие выбираем. А, это нужно выбрать персонажа, за Да. Смотри, за кого можно поиграть. Давай за Мегатрона начнем. Подожди, а кто тут еще есть, мне просто интересно. А, давай. Баррикейд, броул и... А, ну давайте за Мегатрона, конечно. Ты что? Он же это... Силушка богатырская. Так, оба. Мегатронская. А его вообще слышно что-то? Нет. Иди. Сейчас типа игра, да, начнется, как я понимаю. О! Мы должны захватить... Что, мы сейчас летать, что ли, будем? Да, мы должны захватить Энергон. О, взрывы полетели, все, войнуха.
Смотри. Прям Звездные войны. Да, только это трансформеры. У трансформеров. Да. Вообще, смотри. Вот, за него мы будем играть. Угу. А почему он говорит повелитель? Ты уверен, если должен быть он считается повелителем. Имеется в виду, он, а почему не сказал вы? Слушай, ну у американцев вот такая вот есть, у них нет такого вы, у них только ю-ю-ю-ю. Чего ты взял, что это американского, что какая-нибудь? Ну, это же америкосы придумали. Китайская. Не-не. Ладно, я не знаю, кто ее создал, но как бы сейчас это не важно, поскольку мы просто пришли поиграть и поностальгировать по такой игре. Вообще эксклюзивный реальный контент. Ты где сейчас еще увидишь, кроме как на канале Андромайн? О, я знаю где, я знаю где. Опять? На канале Андромайн. За такое реально... Оформите подписочку, кто это еще не сделал. Так, ладно, все. Давайте до Нового года, до 1000 добьем. Подожди. Я ребятам написал, у нас сейчас цель сперва 700 подписчиков. Если мы ее добьем, то я сразу же поменяю на 800. Вот. О! Игра начинается, ребят. Я Мегатрон! Ого, смотри, слушай, ну мне нравится. Баррикады за тебя, да, получается? Да, это все десептиконы. Угу. Броул и все остальные. Капец, все взрывается, все так вообще. Капец, ребята. Так это твои солдаты, да, получается? Да, это все мои солдаты. А блин, это же реально, типа, мои солдаты. Да, именно. Да, твоя армия. А где автоботы? Так, тихо, меня кто-то атаковал. А, это я в огонь зашел, случайно. Тебя зовут? Чего я так медленно иду? А, во, нормально. Так, что у нас тут? Сохранение данных. Ну, спасибо, спасибо. Ой, там взрывы какие-то. Жесть, вообще все. Ты видел? Еще бы... Ну ты видел? Видел? Секунды, все бы его придавило этой штукой. Он отошел, и все хорошо. Так. Что это? О! Старскрим! Я никогда не понимал, а как у них так рты открываются, как будто это наши, знаешь, такие. Тем более, блин, удобно. Я не могу спокойно делать. Ну, так задумано. Ладно. Но они как бы, знаешь, ни, их ни люди не создавали, ни типа это. Они просто как, ну, естественно, созданные природой. Но они созданы по форме людей, или люди созданы по форме их. Так, тихо, нужно взрывать турели. Так, тут есть всякие предметы. Так, братаны, вы... А, так, они живы. Это хорошо. Так, так, что делать? Тихо. Это да, это правильно. Молчи, пока к тебе не обратились. Вот именно. Совладейте со станцией. А как это сделать так? Здесь, скорее всего, должна быть какая-то кнопочка, я думаю. Так, помогай. Что-то я не могу понять. А там всегда это было? Ну ладно, сейчас. Опа-на! О. Патрончики. Угу. Подбираем и идем дальше. Так, нормально? Мне кажется, нужно идти прямо по коридору вот туда. А, у меня полный патрон, я пока толком подбирать ничего не надо. Так, тут аптека. Аптека мне нужна? Конечно, бери. Ну, чуть не взрывается. Здесь зарядка. Ну, отлично. Так, мне туда, да? Там же движ самый, по логике, мне туда надо. Оба, что у нас там, а? Вон они, кто вон они? О, смотри, пушечки. Так, Огонь. Блин, немножко старенькое управление. Кстати, я забыл джойстик подключить к этой игре, по-моему, можно так сделать. Ну, давай не сегодня. Ну, это я сделаю уже в следующей серии, а пока пойдемте. Так, нужно перезарядиться. Даже у этих роботов есть перезарядочка. Ну да. Так, нажимаем на кнопочку. А что, без меня нельзя, не? Ну, ладно. Они ждут твоей команды. Ну, хотя да, по логике, в принципе. Ты да. же командир. Так. Какие-то руки там. А если нас схватят, они... Так, ладно, пойдемте аккуратно. Аккуратнее своё мозг схватить. О, все. Смотри, автоботы едут. Ну, ага. Автоботы, в том плане, что и боты. Бах! На, что там? Выпендриваетесь, да? На, блин. На, просто смотри их. Выношу всех. Все, слушай. Слушай, да. Причем, знаешь, в этой игре еще круто то, что вот эти вот боты, да? Берем на ящик. Неживые персонажики, да? Боты. Они не бесполезны, они реально убивают и помогают. Слушай, ну быстро... В некоторых играх они просто стреляют и ничего не делают. Быстро бы с ними разделались. Так, они куда-то за... Вон они! На! И на! Я видел, просто он отлетел. Нужно бежать по этой дорожке. Так, я вижу, все, у нас на нас просто напали. Так.
Новые способности. Просмотр меню паузы. Как стать трансформером? Имеется в виду трансформироваться как? На какой... О, на F. Понял. Английскую F. Хорошо. Слушай, ну так. Здесь не надо, наверное, так делать. Слушай, ну медленно, медленно. Так, трансформируемся обратно. И нажимаем на кнопочку. Так. Как и во всех старых играх, тут есть лишние вот эти стенки невидимые. Ну да, их иногда реально лишними делали. Ну, сейчас, скорее всего, откроется. Так, все, я вижу, куда нам надо. Отправляемся. Смотри, какой танк такой огромный. На, получи! Чего там встали? Слышал, я убил автобота, и он заржал. Видел, как полетел красиво? Это я даю. На! Слушай, а мне нравится. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк. Не терпится уже вторую серию записать. Да. Так. Тихо, а тебе нравится, кстати? Мне очень нравится. Я думаю, тут очень много серий будет. Ну да, мне кажется, этого контента будет. Так, аккуратно, тут сгореть можно. Да. Тихо, тихо, ждем, ждем. Сейчас, и сразу пробегайте. Давай быстрее, опа! Отваливайтесь. Так, стою, стою. Беги! Опа, все, я пробежал, отлично. Так, тихо. Капец, я через огонь пропрыгнул. Здесь могут еще. Так, что у нас тут? Огни. Опа, на! Тут пушка у тебя. На, так, пушка. Не, я такую брать не буду, она выглядит как-то лоховски. Слабоватенькая. Да, скорее всего. Ну да, это что-то типа, знаешь, пистолетика маленького. А вот эти два. Это ноги, это робот такой, типа. А-а-а. Как я понимаю. Ну, смотри, в полете кокнул просто. Ну, молодец, даю. Респектив. Опа, смотри, спрятался. Думаешь, тебя не... Блин, а где же автобот? Огонь. Куда же он делся? Нать! Блин, смотри, уклонился все-таки. Ну ничего, сейчас долго, я перезаряжусь и вас разорву. Просто знаешь, вот в этих шутерах обычно такого никогда не бывает, но ты в игре... Сейчас спокойно бегаешь, и ты вот выбегаешь в толпу и не боишься почему-то. Мало боеприпасов написано. Да, я вижу. Так, тебе нужно где-то патрончиков. Подзарядиться надо тебе. О, со спины идут, ах, крысы какие. Так, 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 не пора валить, вот теперь реально, да. Да, да, вали, вали. О, ребят, помогите! Куда-нибудь в укрытие и перезарядись. Патрон! О, как удачно. Пау! Так, быстрее, подбираем. Получается, вот. Без патронов нельзя добыть патроны. Это, да, конечно, странно немножко. И у тебя погасло это. Ну, нормально все. Тебе надо перезарядку. А. Но! Так. Ну, больше обслуживания. О, о. Это аптечка? Да. Рифма. Да-да-да-да-да. Завидуй молча. О, о, о. Да, о, я наехал просто, смотри. Все, у меня патрончики имеются. О. Трансформируемся. Ага. О, здорово, давно не виделись, ребятки. О, смотри, сверху пушкенцы, я ее сейчас взорву. А, это человек там. А, пушкенцы, да, была. Все, уничтожено. Все, ну смотри, их просто выношу. О, все, трупики. Нет. А, не-не-не, подожди, раньше тут еще спрыгнули. Да, раньше не расслаблялись. Так, да что, мы их сейчас все равно раскинем, смотри, так. Пых, пых, и все, видишь, они трупики. Да, сильная команда у вас. Так, че, команда и труд, все перетрут. Так тоже можно, наверное, сказать. Я сам сейчас придумал. Конечно, запатентовать. О, патрончики халявные. Команда и труд, все перетрут. Надо запомнить, слушай. Команда и труд, все перетрут. Да, я понял. Я труд и сказал уже. Да. Или нет? А вот теперь я сомневаюсь, правильно? Ну, уже, я уже исправили. Это бомба? Да, и раз красным горит, видимо, да, бомба. Лучше не трогать его. О, давай, я в центре буду стоять специально, чтобы меня пострелили. Я думаю, нужно остаться. Знаешь, тут в этой игре... Я думаю, что нужно вам здесь остаться на этом моменте. Ты чё, ещё мы только начали проходить. Ты-дыщ! Всё? Недолёт. Почему недолёт? Ты так надо было, как я понял. Но Мегатрон, как мы будем выбираться? Да сейчас все разберемся, не садитесь, сыкуйте. На лифт. Значит, я подойду, о, во-первых, к турели. Добана. Смотри. Просто бы-бы-бым. Бужечка, блин. Ну, слабенько, слабенько. Слабенько? Шучу, шучу, естественно. Так, а где все остальные? Смотри повыше, может, еще. А, вон они прибежали. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ты их можешь прямо отсюда вон. О, смотри, все, пошла жара, все пришли. Да блин, они спрыгивают вниз ко мне. Просто, чего все спрыгивать? Чего они всем не надо? Не успевают допрыгивать. Блин. У меня за экран мышка улетает.
Время игры. Так, ладно, 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 сейчас все равно мы справимся, я надеюсь. Так вы можете... Капец, слушай, мне вообще почти здоровье не снесли. Потому что это не дает. Это реально такая игра. Не успевает. Это реально такая игра, где тебе кажется, что у тебя очень мало здоровья осталось, на самом деле она у тебя почти полная. Вот там чуть-чуть, знаешь. Ну, может, нету. Тренируемся. Так, так, так. О, смотри, все взрывается. О, блин, да они еще и оттуда идут. Вы что, издеваетесь там все? Слушай, ну хорошо. О-о-о, смотри, на другую, к моему боулу. Моему, ты удачно за эту пушечку сел. Удачно. Угу. Мне повезло тому, кто без пушки, да, остался, баррикей? А там твои ребята вот тоже сидят. Ну да. За этих пушках. Ну, не прямо все. Ну, фигачи твой. Из-за того, что у меня мышка вылетает за экран, я уже почти все приложения открыл. Ну, тоже, похоже, все. В компьютере. Шаряю, я никого больше не вижу, они зачем-то туда стреляют. А, потому что вон. А, вон, 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 вон. Все, все, похожу. Ну, не уходи, не уходи, зачем? Ну, пушка на другой стреляет, я вижу, я сам сейчас Сядь вон за эту пушку. Хотя нет, была плохая идея, я, наверное, конечно, вернусь. Конечно, сиди, пока не это, не закончатся они. Я думаю, просто все уже, знаешь, долго никого нету. Все, может, они бегают просто медленно. Они с портала выскочили из какого-то. Да нет, это не портал, ты просто, видишь, защита, которую мы, кстати, пробили. А, все, пробили ее. Точно, смотри, была... сколько ты у всяких свечаешь. Точно, она это типа энергия. Бери ящики за собой. Зачем? Их не надо брать? Их не надо брать. Ну, рекомендую, наверное, тебе оставить на... Так, подожди ты. Вкусненькое на следующую серию. Кушать пойдешь потом. Шучу, ребята, шучу, не беспокойтесь. Ну, а я был готов, что ты там. Какая ракета, в смысле? А, понял, прячься. Понял. У меня ракеты летают. Ну, а... Опять ракета летит. Прячься. Куда бежать-то? Как просто спрятаться сторону, от ракеты? В сторону просто беги. А вот! Его отклонился. Ну. Так, все, ладно, погнали. О, ускорение. Не заскочишь. А, вот так. Тут надо двойным прыжком вот так вот. Угу. Да ну с этой ракетой. Так, все, забираем патрончики и... Ну-а! Добью уже, чёрт. Так. От ракеты мы прячемся. Разорвало прямо его. И он, смотри, сидя с ракетами. Но, да блин, как я косю-то. Косю. На-на-на. Так, все, мне надо перезарядочку сделать. Так, и... А, так ты еще не погиб? Готов. Блин, я в спину своему другу. Готов. Выстрелил. Ну ничего, бывает. Слушайте, ну мы идем, мы прямо проходим, реально. Так, тут у нас стеночки. А здесь красиво. Почему назад, когда можно идти вперед? О, смотри, ты что не стреляешь, я понимаю. Это свой. О, смотри, какие красавчики стоят. Это твои, да? Это мои, да. А-а-а. Подожди, я, по-моему, не туда, да, иду. Это твои? Все, смотри, заложники такие идут. А, все, зачем ты пленных не трогай? Не надо пленных убивать. Смотри, сколько в плен взяли, нифига. Капец, слушай, ну мы ну молодцы. Ну все, отличное завершение первой серии. Сейчас, подожди, там уже финалка, я, по-моему, ты, будет. Ты скажи. Я просто когда был мелким, смотрел, я почти, ну, не очень хорошо помню, но этот момент я запомнил, который сейчас будет. Сейчас-то крупный получается, да? Ну, да, типа того. Появляется. Это Jetfire. Смотри, тут даже видишь, Б, Jetfire. Мы нажимаем на Б, и у нас экран наводится, как кто именно Jetfire. Прям, слушай, старенькая игра, но тут все так продумано. Ну да. Ну что мне вот в них нравится, они реально все вот хорошо так продумывают, чтобы вообще удобно было играть. Сейчас, конечно, подухучилось вот в этом плане дело, но в графике и так далее мы куда лучше. Не, ну неплохо, неплохо, неплохо. Так, ладно, мы почти поднялись, давай пока, мы не остановимся, мы заберем темный энергон и ставим мега сильными. Ну что, Soundwave, мы здесь. Ну все, ребята. Сейчас, смотри, досмотрим только эту анимацию. Угу. Я ты крыса, он, короче, все пути вот к этому темному энергону закрыл в этой станции. Ну ничего. Ну ничего, мы пробьемся. Не такие задачки решали. Подожди. Может быть. Есть путь все-таки.
получается. Так, сейчас, ну все понятно, тогда смотри, подбираем, что это? Гранаты! А, это оружие или что это? Всё, нажимаем на паузу. А, это я... Ладно, короче, ребят, на этом мы будем заканчивать, вот, вот так вот резко на этом моменте. Ну, не очень. Дальше будет еще интереснее. Да, дальше будет вообще, мне реально интересно, уже не терпится в следующей серии записать. Поэтому, ребята, ждем вашего актива, и если вам все понравится, то послезавтра, в понедельник, выйдет новая серия по этой игре. Понедельник, да? Да-да-да. Окей. Всем покулики, досидулики. Пока, ребята. Не забывайте подписываться на мой канал.